Вместо одной старой спортплощадки сразу три. Игровая зона для самых маленьких, для подростков и территория для занятий спортом. Все это в одном дворе. В Химках продолжают реализацию губернаторской программы формирования комфортной городской среды. Сейчас в нее включены более 50 адресов. Среди них двор на проспекте Мельника, 18, где сейчас кипит работа. В прошлом году по результатам голосования на портале «Добродел» он выиграл с учетом голосов граждан, и, собственно говоря, в 2019 году он был запланирован к ремонту, и вот в данное время этот ремонт идет полным ходом. Уже скоро здесь появится безопасное покрытие, качели, горки, тренажеры и лавочки. Работы на этих площадках планируют завершить уже к концу лета, а в сентябре сдадут и остальные 55 по всему Подмосковью.